Власова. Здесь вот начинается строительство дома. Сзади нас находится Нахимовский проспект. В ту сторону метро Профсоюзная. Здесь тоже территорию расчистили непонятно под что. Возможно, еще один дом вырастет. Ну и вот это вот чудо тоже появилось сравнительно недавно. Под станцией Семеновская. Где находится Семеновская, а где Черемушки, конечно. Но тем не менее подстанция здесь носит название Семеновская. Ну ладно. Кстати, это дом 1 по улице архитектора Власова. Так, сейчас мы двигаемся в направлении улицы Гарибальди. Старый жилой фонд. Ну, кстати, возможно, вот здесь и будут эти дома вот по программе реновации.
дошли до дома 11. Кто в этом доме живет, ставьте лойс. Ну, как хотите, на самом деле. Взглянем в обратном направлении. Будем